In 1989, I went to a meeting of European charismatic leaders. Я поехал на встречу европейских харизматических лидеров. Leaders from many churches in Europe, Catholics and Protestants. Католических, протестантских церквей. And this meeting was held in West Berlin. И эта встреча проходила в Западном Берлине. This was the year before the the Iron Curtain dividing East and Western Europe came down. Это было за год или накануне года, когда пала железная стена, железная завеса. In 1988, Berlin was still divided by the wall. И в 88 году Берлин все еще был разделен стеной. West Berlin and East Berlin. Разделяя Берлин на западный и восточный. And it even went down the middle of some streets. И даже посреди некоторых улиц проходила эта стена. The conference in West Berlin lasted about 3 days. Конференция в Западном Берлине проходила. There were about 100 leaders there. Три дня. Там было где-то 100. From all over Western Europe. 100 лидеров со всей Западной Европы. And at the end of the conference. И в конце конференции. 25 of us. 25 из нас. Had been invited. Кто был приглашен туда? To go to cross through the border into East Berlin. И нас пригласили пройти через стену to a conference. Территорию also charismatic conference. Восточного Берлина. Там была тоже харизматическая конференция. Who were from лидеров East Germany, которые были из Восточной Германии, from Hungary, из Венгрии, from Bulgaria. Болгария. And this was the first time I had been. In fact, it was my only visit to a communist country. Это был мой единственный раз, когда я был на коммунистической территории. When it was still under communist rule. Либо же на территории, которая была под управлением коммунистов. But one of the other people among the 25 going into Eastern Europe was a Catholic from France, также среди тех 25 whom I knew well already. Был один католик из Франции, которого я хорошо знал. And we had important discussions. И у нас была очень важная дискуссия. And I was invited to go to Lyon. И меня пригласили in France, в Лион, во Францию. The following January. В следующий январь. Sorry, it was 1988, this conference in West Berlin, not 1989, I realize. Because it was in January 1989, I went to Lyon. В 9 году я еду в январе в Лион. Now, why do I mention this? Because when I went to Lyon, it was arranged that I should spend one day. Я приехал туда, я должен был провести один день. Going about over 100 kilometers south of Lyon. Я поехать на. To meet a на расстоянии 100 километров от города, чтобы встретиться с протестантским пастором. Who belonged to a group called. Он принадлежал группе. Union de Prière, the prayer union. К группе под названием Молитвенный союз. And I'd already heard about this group. Я уже слышал об этой группе. It was founded by a Protestant pastor. Она была основана протестантским пастором. In 1946. Году. Immediately after World War II. Сразу же после Второй мировой войны. But and I knew something about this pastor and this. Знал уже немного об этом пасторе, в этой группе, которую already. Организовал, уже знал. But now I was to learn a lot more. Но тот пришел день, когда я больше узнал, and много I was больше. Given many copies of his teachings, также мне они дали копии его учений, which were never published, которые никогда не издавали в книгах more widely available. И не было доступа к
этим This was very important for me. Это материалом. Это было важно для меня. Because this prayer Потому что union, этот молитвенный союз it was begun to pray начался, for four начал молиться subjects. По разным темам, о разных And the first of them was темах. Revival. Во-первых, мы молились о пробуждении. Real conversion о настоящем обращении людей. There were many groups praying for revival. И многие группы молятся о пробуждении. That was the first subject. Second subject. Это первая тема их была. Вторая тема молитвы. Was the illumination of Israel. Это освящение свыше Израиля. И чтобы евреи приходили к познанию Мессии. And просвещение Израиля. This was the point at which For me, the question of Israel began to get become more Для меня much more в этот момент important. Начался этот вопрос об Израиле более все как бы разрастаться, увеличиваться. The third subject was the Третья тема, о которой они молились, это о естественном единстве тела Иисуса Христа, естественном единстве, органическом единстве. And the fourth subject И четвертая тема, о которой они молились, was praying for the second coming, это the return of о пришествии Господа, о возвращении Господа в славе and the resurrection of the dead. И воскресение мертвых. Very interesting. Очень интересно. And so it, but this man spent all his life teaching and forming this group И всю свою жизнь этот человек посвятил этой группе и этому видению. And this group still exists. И эта группа все еще существует. And I know many of the people in Я it. Знаю многих людей оттуда. And they've been praying for these things for over 60 years. И они молятся об этом уже более 60 лет. This group. And and there's a great richness in This man's teaching. И учение этого человека есть очень большая глубина. He saw that the first three subjects are all preparation for the fourth. Он видел, что первые три темы это подготовка к четвертой. He saw that there видел, has to be outpouring the Spirit Должно быть излияние Духа Святого. For real conversion и то, чтобы происходило настоящее обращение среди людей. Настоящее обращение людей. The enlightening Также должно быть of the Jewish просвещение people, еврейского народа the taking away of the veil, и чтобы была забрана завеса христиане должны быть в единстве приведены к единству по поводу Израиля по вопросу Израиля и все это в подготовке в процессе подготовки пришествия Господня. And this was his vision, это было его видение. And this influenced me very deeply. И это очень сильно повлияло на меня. And so, from this point И поэтому, начиная с того I was момента, all the time in understanding я these things, начал возрастать в понимании всех этих вещей and the connection between them, и взаимосвязи между ими, этими вещами. And, And and of course the Lord И, конечно wasn't just же, teaching me Господь from this pastor's teachings, не только учил меня из учения этого пастора, from the scriptures, но и из Писаний. And obviously I was testing the things I was reading by the scriptures. И я испытывал все, что я читал с помощью Писаний, проверял по Писанию. So that was January 1989. Это было в январе 89 года. Когда я поехал в Лион и услышал об этом учении, получил материалы. И летом 90-го года меня попросили быть спикером на одной конференции новой харизматической церкви. Это была пророческая конференция. Люди, которые имели желание к пророческому служению. И я был единственным католиком на той конференции. Это было в Британии. Господь дал мне учение, которое я часто использовал после той конференции.
I was going to give that teaching yesterday here. Я планировал рассказать это учение здесь вчера, но я не сделал. Потому что люди хотели услышать мое свидетельство, историю моей жизни, поэтому я поменял тему. Но я могу очень кратко подсуммировать это учение, потому что оно было дано мне в 90-м году. И то, что я учил, то, чему научился от этого французского пастора в Лионе. I call this teaching the surprises of the Holy Spirit. И я назвал это учение сюрпризы Духа Святого. See, and so what I see is the Holy Spirit is always surprising us. И то, что я вижу, Дух Святой всегда приносит нам сюрпризы. Not just personally, не только лично, но также и в церкви. Because God does not do things in the way that we expect. Не делает так, как все мы ожидаем. And so you know, the surprises are always when God does things that we are not expecting. Бог делает то, что мы не ожидаем. And often think to be impossible. И часто думаем, что это невозможно. And so I saw that in the 20th century there were four surprises. Было четыре сюрприза от Духа Святого. And the first surprise was the beginnings of the Pentecostal movement. Сюрприз — это начало пятидесятнического движения в начале самом прошлого столетия. Также после пятидесятнической мысли всякий, кто исполнялся Духом, должен присоединяться к нам. И то, что older denominations, there's no future for them. This is what most Pentecostals thought. И большинство пятидесятников думало, что настал конец другим церквям, что если вы исполняетесь Духом, вы должны присоединяться к нам. Baptism and the Holy Spirit. Следующие сюрпризы — это крещение Духом и духовные дары, которые распространялись среди протестантских церквей в 50-х, 60-х годах прошлого столетия. И третий сюрприз, когда это дошло, добралось до католической церкви в 67-м году. И это никто себе представить даже не мог. И никто не думал даже, что это возможно. Протестанты не ожидали этого. Католики не ожидали этого. But the fourth surprise и четвертый сюрприз — the messianic Jewish movement. Это мессианское еврейское движение. And it's interesting, many интересно, что многие мессианские евреи the beginnings, the real beginnings of the movement, что настоящее summer of 1967, реально начало этому движению было летом 67-го года. После шестидневной войны. And because it was immediately after that. Потому что сразу же после войны. Many young Jews began being baptized in the Spirit. Многие молодые евреи были крещены Духом. Coming to meeting Jesus and being baptized in the Spirit. И они приходили к познанию Иисуса Христа и потом были крещены Духом. Now, of course, there were конечно, Jewish believers in Jesus были верующие евреи в Иисуса до 67-го года. But there wasn't really a dynamic movement. Но на самом деле это движение не было динамическим до 67-го года. Там были новые движения, там были пионеры, и что-то уже происходило, какие-то события происходили до 67-го года. Бог готовил. Но движение, когда намного больше что-то содержалось в нем. Движение, когда события происходили в более больших масштабах, не только в одном или двух местах, но оно распространялось среди многих стран. И в движении динамика есть.
and it's news, and people are talking и about it. Она новая, люди о нем говорят. And so talking about it helps to spread it. И говорят о том, как она распространяется. And in this sense, I think the Messianic Jewish movement. И в этом плане, я думаю, мессианское еврейское движение началось летом 67-го года. И когда я увидел эти четыре сюрприза Духа Святого, я сказал, происходило ли что-то подобное раньше в истории христианства? И я подумал, наверное, нет. Потом я увидел, что вначале само было четыре подобных сюрприза. Первый сюрприз это был день Пятидесятницы, где были все евреи. И второй сюрприз в Деянии 8 главы, когда были самаряне, и они исполнялись Духом Святым, говорили языками. Деяния 8 глава. Третий сюрприз – это в доме Корнилия и его доме в 11 главе Деяний. И Корнилий не был евреем. Он был другом евреев. Somebody who believed already in the God of Israel. И он уже верил в Бога Израиля. And he went to the synagogue. И он ходил в синагогу. And you see in Acts, и как вы видите, в Деянии 10 главе. It says in chapter verse 2. 10 глава, 2 стих. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. Благочестивый, боящийся Бога, со всем Духом своим творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу, а это значит Богу Израилеву. And then the fourth surprise there in Acts is when the gospel comes to complete pagans. Когда Евангелие доходит до абсолютных язычников, которые никакой связи не имели с Израилем, и которые вообще не знали, не верили в Бога Израиля. Но мы видим, что это происходит в Антиохии, это было в 11 главе Деяний, начиная с 19 стиха. И так я увидел, что, в принципе, the order of these two is the opposite. Поэтому я вижу, что the first one begins with the Jews. Порядок совсем другой. Первый in the first century, в первом веке началось с евреями, продвигалось дальше. Как говорится, что Евангелие должно дойти до народов, к народам. А в 20 веке обратный порядок. Можно сказать, все возвращается обратно к начальной точке. И таким образом евреи как бы становятся последними. Это четвертый сюрприз. Я думаю, что это еще одно подтверждение тому, что эти большие сюрпризы были частью истории в самом начале, и в 20 веке это часть как подготовка к завершению, к концу. Поэтому это очень краткий обзор этого учения. И также я видел, что это учение очень помогает, очень полезно, потому что указывает на то, что Бог делает намного больше, чем кто-то может себе представить. Всегда существует искушение, что если люди вовлечены в деле Духа Святого, и они думают, искушение возникает, думают, что это единственная реальная вещь, которая только может быть. Или же у американцев есть такая поговорка, это единственное шоу в городе. Then, you know,
There were many things happening. I made two visits to Latin America in 1993. Много чего происходило. Я два раза посещал Латинскую Америку. To Quito, Ecuador. В 93 году Мексику один раз, а второй раз Эквадор, Кито, столицу. You know, where again the situation is different. The Pentecostal movement has been growing strongly in Latin America. И снова там ситуация другая. Пятидесятническое движение очень сильно распространяется. Catholic Pentecostal tensions are strongest. И католическое харизматическое существует противодействие. But during 92 and 93, I was writing a book. В 92-93 я писал книгу. Which I gave, which became которая была издана в 94 году и названа она «Слава и стыд», «Слава и позор». И она еще переведена была на некоторые другие языки, на французский переведена и в шведский. This was a book about the outpouring of the Holy Spirit in the 20th century. Эта книга рассказывала о излиянии Духа Святого в 20-м столетии. It's about the whole of the Pentecostal and charismatic movement. Во всем пятидесятническом харизматическом движении. And I included things about Я также включил в ту книгу факты о мессианских евреях. Because I'd come to see the messianic Jews were important. Потому что я видел, что мессианские евреи важны. There was something very strange about this. И в этом было что-то странное. Because when I wrote this about the messianic Jews, и когда они написали о мессианских евреях, it was all on the basis of what I'd read and what I felt the Lord was showing me. Это все было на основании того, что прочитал, я услышал о них, но в тот момент я ни одного мессианского еврея не встречал. And I'd never been to a messianic Jewish congregation. И никогда не бывал в мессианских еврейских общинах. But this book was written. It was called "The Glory and the Shame." Эта книга была названа "Слава и позор." Because it's saying that every outpouring of the Spirit. Потому что сказано, что при каждом revealing something of the glory of the Lord. При каждом излиянии Духа Святого является или указывается на славу Божью. But the shame is. Но позор в чем? The outpouring of the Spirit. There's always human sin. Всегда при излиянии Духа Святого есть человеческий грех. И поэтому происходит всегда битва. И эти истории не просто истории всего только одной славы и триумфа. Scandals in the United States. За предыдущие годы были большие скандалы телеевангелистов среди телеевангелистов, которых разоблачали в грехе, в обмане, надувательстве. So I was saying also that you cannot balance the glory and the shame. Я говорил, что также невозможно сбалансировать славу и позор. They're on totally different levels. Потому что они на абсолютно разных уровнях. Невозможно сравнить человеческую славу, Божью славу с человеческим грехом. So it's not so much a matter of having a balance. И даже это суть не в том, чтобы иметь баланс. As it is of being humble. Но суть в том, чтобы быть смиренным. And you see, now. It was in 1994 that this book came out. И в 94-м году книга была издана. And in 1994, a major crisis broke out in the community I've been in for almost 20 years. Также в этом году, в 94-м, разразился кризис в той общине, в которой я уже был 20 лет. And in the course of this crisis, various из-за этого кризиса, really serious wrong things were became known. Были разоблачены некоторые серьезные неправильные вещи. Involving some leaders. В которых были вовлечены некоторые из лидеров. And and but when I wrote about this, когда я писал об этом в книге, I wasn't
thinking of this at all. I wasn't aware of this. I was writing the book about the whole of the Pentecostal and charismatic movement. Я просто писал книгу о пятидесятническом харизматическом движении, что была слава и был позор. What I realized afterwards и was, что я позже осознал, as this book came out, когда эта книга была издана, I was discovering more and more, и все больше и больше я узнавал, glory, я жил в общине, где была слава, и в которой был позор. И это было трудно для меня пройти. Но что интересно, что потом в 94-95 годах, 96-6 годы были самые трудные годы моей жизни. В плане самых больших испытаний и смирения. Of 96 and 97 were the years of the biggest blessing. Но затем 96-97 годы были годами самых больших благословений. Of life in the spirit that it's of resurrection coming out of death. Происходит в духовной жизни, происходит как воскресение мертвых. Когда приходят самые большие испытания, не думайте просто, что как это ужасно. Мы должны знать, что Господь очищает своих слуг. И затем после очищения приходят даже большие благословения. In early 1995, и в начале 95-го года one of the leaders of this French group, the Prayer Union, один из лидеров этого молитвенного союза во Франции приехал к нам в Америку, чтобы провести с нами время, одну неделю. И он любил Израиль, и по субботам он ходил в мессианскую общину, в которой я никогда не был. Хотя она не находилась не так далеко от нас. И также лидеру он дал копию этой книги «Слава и позор». И лидером той общины был Даниэл Джастер. Кроме того, мы жили с ним в одном и том же городке с Даниэлом Джастером на протяжении 15 лет, и мы не встречались ни разу. Но другие люди мне говорили, тебе нужно встретиться с Дэном Джастером. А Даниил людям говорил, что вам нужно встретить Питера Хокина. И после того, когда дали книгу ему, он сказал, что когда читал мою книгу, он плакал. Потому что он говорит, Петр в словах выразил то, что глубоко было в моем сердце, но я не смог это выразить. И он начал рекомендовать эту книгу многим мессианским евреям. Но вскоре после этого мы встретились. Это первая была моя встреча с мессианским евреем. Whether it was the first or the second time I met him, I can't remember. И не помню, во второй либо в третий раз в нашей встрече. David Rudolph with him. И однажды с ним был Давид Рудольф, еще один мессианский лидер, who has had a ministry base in Cyprus у которого служение the на Кипре, 2000, начиная с 2000 года. And started a messianic school in Cyprus in 2000. Там он начал мессианскую школу в 2000 году. I taught at this school every year from 2000 till 2009. И я учил каждый год в этой школе с 2000 по 2009 год. В этом году из-за моего расписания я не смог найти время приехать туда. But
I've had close link with this ministry Gateways Beyond in Cyprus. У меня близкие отношения с служением Gateway Beyond на Кипре. Okay, now in the middle of this crisis. И в середине того кризиса. 1995 году. In the community crisis. Кризиса общины. You know, well, let me go back to something in 94. In February 94, I was asked to lead a week, lead 2 days retreat. Февраль 94-го меня попросили вести ретрит трехдневный для пасторов из Торонто. И там были пару католиков, несколько англикан, церкви представители, баптисты. Где-то 14 человек было всего. But what I remember especially is they were talking about things that had begun to happen in a church in Toronto. О чем они говорили? About 4 weeks before. Торонто где-то за 4 недели до этого. And they were saying, you know, that the Holy Spirit was really being poured out at this place in Toronto. И они говорили, что Дух Святой изливался в Торонто. It wasn't in the news then. Это впервые я тогда услышала об этом событии, а не по новостям. They said we hope this will have an impact on the whole city. И они сказали, что надеемся, что это повлияет на весь город. They were having meetings every day in this church. Спустя месяц они начали проводить служения каждый день в той церкви. Я услышала об этом, что происходило в Торонто в 94-м году. И в мае 94-го года уже начали писать статьи в газетах. История о Торонто. Это начало влиять на Англию в том же году. И затем люди начали приезжать в Торонто со всего мира. И даже им понадобилось нанимать более пространное помещение. Также авиакомпания ввела дополнительные рейсы для того, чтобы людей перевозить туда. Я думал, я писал об истории излияния Духа Святого. Я подумал, что мне нужно самому поехать и увидеть. Я поехал в Торонто на неделю в 95-м году. Я приехал с открытым разумом, духом. И я думал, что что-то здесь происходит. Поэтому я пошел, и что я увидел, было удивительно. Там были служения каждый вечер, с вторника по воскресенье, понедельник был выходным. Во вторник вечером было где-то 700 человек. Saturday, и количество людей всегда увеличивалось. 2000, где-то в субботу уже было 2000 человек. And a bit less on Sunday. Some people were beginning to go home. And в воскресенье уже меньше людей, потому что домой разъезжались. There were all kinds of manifestations there. И что I've never seen so many unusual things happening. Всевозможные странные проявления. But what impressed me was что меня удивило. There was the leadership was very calm. То, что лидеры были очень спокойными. Trying to stir people up. Они не пытались как-то взбудоражить людей. And they had a lot of wisdom. У них было много мудрости. In fact, it was the first time there that I rested in the spirit. Именно тогда. First night I was there. Впервые первый вечер. On the carpet there.
лежал в духе. I lay on the carpet for about 15 minutes. 15 минут на полу. I didn't know what was happening. I wasn't aware of anything. Не понимал, не знал, что происходит. And so I got up after 15 minutes. Через 15 минут я поднялся. Это был в первый вечер. But immediately I got up. I knew I got up too quickly. И сразу же, когда поднялся, я думал, что слишком быстро поднялся. The second night. И во второй вечер, когда я покоился в Духе Святом, я решил лежать дольше. Я не смотрел на свои часы, но где-то через 20-25 минут я начал смеяться. And this was unexpected. И это было неожиданно. You know, it was obvious something was happening. Но очевидно, что-то происходило. Я не получил слова от Господа. It continued throughout the week, more and more happening. Но это продолжалось на всей неделе. And what I saw was that то, что я увидел, it was all connected with the Lord working on me. То, что все это было взаимосвязано, что Господь работал со мной. It was a time of purification. Это было временем очищения. A time of deeper dedication. Временем более глубокого посвящения. And I have many memories of that week. Также у меня очень много воспоминаний о той неделе сохраняются. I can remember the senior pastor, John Honor, one night. Старший пастор в один вечер попросил всех пасторов встать. And many past people there were passed and stood up. Многие пастора там были, они встали. And he said, the Lord put it on his heart to pray for all the pastors. И Господь положил желание ему на сердце молиться о пасторах. And when John Arnott began to pray, было it was amazing. И когда он начал молиться, there was just a huge noise broke out immediately over the whole auditorium. Такой сильный шум раздался во всем помещении. You could get DVDs of every night, so I got the one for that night, and you could hear this. Купил потом DVD с того вечера, когда начал молиться, и начался такой шум по всему помещению. Это что-то было абсолютно незапланированным. И это очень повлияло на меня в ту неделю. During that week, на той неделе также, в течение той недели, a phone call мне позвонили from a priest in Toronto, от священника в Торонто, leader of the Catholic Charismatic лидера Renewal in Toronto. Харизматической католической церкви. See, it was in April this time I was there. And he said, и он сказал, we have our annual conference for Catholic Charismatic Renewal in Toronto every year at Pentecost. Конференция каждый день на пятницу. And this year's speaker для католиков has just had to cancel. И этот спикер не смог приехать. Можешь ли ты вместо него приехать? So I said yes. Я сказал да. And so I was back in Toronto about 5 weeks later at Pentecost. Я снова возвратился в Торонто через 5 недель на Пятидесятницу. I found out when I got there that the program at the Catholic conference и когда was rather unusual. Приехал, я увидел, что католическая конференция очень странная. Conferences like this have evening session. Again? Nearly always conferences have evening sessions. Почти всегда на католических конференциях проходят вечерние сессии. The Catholic conference was finishing at 5:30 or 6. Сессии, ну или служения и свидания заканчивают к 5 часам вечера. So I was free to go back to the airport church every evening. И поэтому у меня оставалось свободное время, чтобы. So I had a second week going there. Свободное время, чтобы ездить в ту церковь. And I thought it's impossible for me to be as blessed in the second week as the first week. И я думаю, невозможно получить такое же благословение, как в первую неделю, на вторую неделю. But in fact, the second week was just as powerful for me as the first. Но для меня вторая неделя была такой же сильная, как и первая, но она была другой. The first week was all about the Lord working on me. Первая неделя это что Господь работал was all about my ministry. Во мне. Вторая неделя это что Бог делал в служении. And it was from at that point that в моем служении. I know that there was
sort of gift of impartation in some way. И также в тот момент я понял, что Бог дал некоторые дары. И с того момента пришла новая сила, когда я молился о людях. And, you know, I think these experiences in Toronto were one important element of the Lord's preparation for what was about to happen. Это подготовки к тому, что должно было еще в будущем быть. And the crisis was also part. This was very much part of the purification as well. Также как и кризис был частью очищения. Was a very encouraging purification. В Торонто очищение было очень ободряющим. So it was in the after this few months, you know, I was writing a lot. A lot of my time was spent in writing. Также много своего времени я писал. And so работы. I had a huge number of books. И огромное количество книг, у меня было много файлов, много папок, сотни бумаг. I needed help trying to keep my office tidy. Также мне нужна была помощь, чтобы офис содержать в порядке. И община предложила мне помощь от женщины, которая не могла работать всегда. У нее была меланома, у нее был рак. Это рак кожи, очень серьезно. So helping me, she could come when she felt like it for as long as she was able to work. И она помогала мне, приходила, когда могла, чувствовала себя более не менее. And her cancer was, but her cancer was getting worse, and she was able to do a bit less. Ее рак все больше развивался, она все меньше могла делать. But the Lord used her. In a powerful way. Господь использовал ее очень сильно. And she spoke some important things into my life. И она сказала некоторые очень важные жизни в моей жизни. And in fact, she was healed from the melanoma. Кроме того, она была абсолютно исцелена от меланомы. But out of this all came in March 96. Из всего этого the Lord was saying, I'm calling you. This is all connected. Your ministry is, and what your life is all about is preparing the churches for my coming. И в 97 году в марту Бог говорит мне, что то, что это делаешь, твое служение, это подготовить церкви к моему приходу. Вот к чему ты призван. This, и когда я принял это, yes Lord, сказал «Да, Господу». This потому что я видел, как это все вместе совмещается. How much longer do we have? How much longer? Okay. So this immediately floodgates began to open then. И таким образом сразу начали раскрываться suddenly, двери внезапно. There were huge blessings. Пришли огромные благословения. First of all, I had several months of extraordinary prayer, revelation from the Lord. У меня были несколько месяцев молитвы, откровения от Господа. Down 5 pages or so, a whole vision. Я смог записать from the scriptures of what this calling was. Видение из описания, в чем было это призвание. It was a time of more and more light. И это было время большего света. Secondly, the doors to the Messianic Jews opened. Во-первых, для меня, во-вторых, для меня открылись and двери для мессианских евреев. И в тот момент меня также пригласили на второй Иерусалимский собор, о котором я расскажу вам завтра. I was given connection not so long afterwards with brothers, Messianic Jewish brothers in Jerusalem. И потом у меня появились связи с
мессианскими еврейскими братьями в Иерусалиме. И третий большой сюрприз для меня. Много молодежи начали приходить ко мне. То есть даже Господь начал приводить много молодых людей ко мне. Я был священником более 30 лет. Я никогда не думал, что у меня дары какие-то есть в молодежном служении. Потому что я более ученый, я более теолог. Но Господь сказал, что я привожу к тебе молодежь. 1997 год был очень важным. Во-первых, я первый визит свой это был в Израиль. Февраль. Но в 96 году Господь привел некоторых молодых людей. Это было три человека, три католика из разных стран. The first full day I was there, и в Иерусалиме первый день, когда я был там, living in Jerusalem, там были came to this house to pray every Friday. Две молодые корейки, они приходили в тот дом для молитвы. So I was introduced to them. Поэтому меня познакомили с ними. Up to my room, they went off to pray. Я поднялся в свою комнату, они пошли молиться. У корейцев очень большой дар ходатайства. И эти девушки молились в том доме каждый день в течение 6 часов. Немного позже, тот день, постучалась в дверь. А девушка подошла к двери, корейка постучалась в дверь, и она выглядела так смущенно, я думаю, что-то странно. И думаю, она бы не сделала так, если бы Господь не сказал ей. И я спрашиваю, тебе Господь сказал прийти? Она говорит, да, чтобы она менее смущалась. И затем она сказала, Господь сказал мне, что ты будешь моим учителем. Это было удивительно. Она из харизматической церкви в Южной Корее родом. Она ничего не знала о моем учении. Она никогда не слышала мое учение, как я учу. И мы только говорили с ней до того 5-10 минут. И она сказала, что Господь сказал мне, ты будешь моим учителем. Это было. Так и было. И даже когда я здесь нахожусь, она написала мне письмо из Южной Кореи. In May, I was part of a week of prayer and fasting. И в мае была неделя поста и молитвы. Там было два мессианских брата из Иерусалима. And this week of prayer and fasting was near to Rome. И уже подходила к концу та неделя. И мы молились о правильном отношении Рима к Иерусалиму. Это был исторический момент, историческая неделя. И, во-первых, это было первое переживание целой недели молитвы. Без какой-то программы, каждый день мы просто начинали с поиска с Господом. Мы знали, что это должно быть отношение Рима к Иерусалиму. Удивительно, что происходило. Намного больше происходило, чем кто-то мог бы запланировать. И даже к середине той недели я подумал, мы уже все сделали, что только могли. И думаю, что же следующее? И Господь показал нам. Я не буду те детали рассказывать. Но было дано мне пророчество Messianic Jews, получается, там which есть right
центр Ватикана, вот эта площадь Святого Петра, и там было у меня пророчество от мессианского еврея. И в июле того года я решил. И там было 4 молодых человека, которые имели это призвание готовиться, готовить ко второму пришествию. Из разных стран они были. Поэтому мы решили встретиться все вместе во Франции, в офисе Молитвенного Союза. When we got there, there were 16 and not 4. 16. И когда мы пришли в тот офис, там было 16 человек, а не 4, как мы планировали. It was like a Pentecost experience for a whole week. Это было необычно, потому что всю эту неделю такое ощущение было, как это Пятидесятница была. I thought I was going to teach about the second coming. Я думала, что я буду учить о втором пришествии. Было невозможно учить, morning, потому что каждое утро мы начали поклоняться, worship, и когда мы начали поклоняться, на этом все заканчивалось. Учение было невозможно. Люди улетали далеко с Господом, падали на пол, и я не пытался прервать это. It was amazing because even when we were in the dining room, столовой, кто-то молился благословение на пищу, и потом трое человек падают за стол или под стол, столовой, обеденной. Amazing week. Удивительная неделя. It's funny. So at the end of the week, a lot of they didn't know what this was about. И в конце недели эти все молодые люди уже не понимали, а зачем мы здесь собрались все, потому что я ничего не учил. Они не знали. Что это более сильное переживание, опыт, чем у них это было раньше. И больше и больше начало развиваться с того времени. Young people every year, but in the summer, but it's not. It, you know, the Lord does that at the beginning. That's not what happens every year. This exactly the same, but there is anointing the Spirit. Господь делает это в начале, не каждый год, не каждый последующий год. I'll share more about developments in toward Jerusalem Council 2 tomorrow. Again. I will share about. Developments at this time with toward Jerusalem Council 2 tomorrow. И также я расскажу больше об этом втором Иерусалимском соборе. In 2002 I moved to Vienna. В 2002 году я переехал в Вену. In 2008 I had the sense I should have a house for this ministry, and we bought an old house in the center of a historic town. И в 2008 году у меня было чувство, что нужно купить дом для этого служения. И мы купили старый дом в центре города. Интересно, что развились отношения с церковью Ульфа Экмана, Слово Жизни. Word of Life have churches across the whole of Russia and former Soviet Union. Церкви Слова Жизни есть церкви по всему бывшему Советскому Союзу. Более 1000 церквей. Several of them have pastors who are Jewish. И некоторые из этих пасторов являются евреями. И они открыты очень Израилю. And they've had a complete transformation of attitude towards the Catholic Church. И у них было абсолютное преобразование, другое отношение к католикам, католической церкви. Ulf Ekman works closely with the who's leader of these all these free churches. He works closely with the Catholic bishop. И также Ульф Экман очень близко сотрудничает с католическим епископом. And I went up there to meet the bishop in February. И в феврале я встречался с этим епископом. That is enough for the moment. Ну, достаточно на сейчас. Break now. И сделаем перерыв.